За полгода 500 крупных и средних предприятий снизили платежи по налогу на прибыль. Казна недосчиталась почти 8 миллиардов рублей. Об этом сегодня заявил президент Татарстана в ходе республиканского совещания финансовых органов. Последствия урагана в селе Урахча ветром снесло кровли школы, двух магазинов и дома культуры. Отключилось и электроснабжение. Пострадавших от природных катаклизмов нет. Пилоты Red Bull сегодня проводят тестовые полеты. В выходные на шоу ждут зрителей из 176 стран мира. Высший пилотаж будут демонстрировать на скорости до 400 км в час.